еще только задумывался, а вокруг него уже летало немало слухов, что за 14 лет, пока его занимались этими делами, он сценарий поменял, и состав артистов, и концепцию, и вот так весь интересовал, за один день распродали все билеты, а пленку привезли его, только накануне ночью, и до утра разматывали и клеили прямо в коридорах оперного театра, где эта премьера была запланирована. Ничего, что Шумакова не хотел ничего нового говорить, что у него такое желание. Когда Рихард честно сказал, в общем, музыкантом, читайте партитуру, все записано. Золотому удалось собрать блестящий актерский ансамбль. Кирилла Монского, например, отыграл Александра Абдулова, а Алексей Бровский – Алексея Карима. Для обоих артистов эти роли стали одними из последних. И когда они встречаются в зале, в зале уже никто не прячет слез. Yeah.